Уважаемые выпускники, учителя, ну и, конечно же, родители, поздравляю вас всех с окончанием учебного года, с последним звонком. Что бы хотел, наверное, вам пожелать, уважаемые ребята, девятиклассники, одиннадцатиклассники, конечно же, дать успешно выпускные экзамены, которые у вас предстоят кого-то в понедельник, кого-то уже в среду будут, да, успешно сдать. Конечно, кто с вас определился поступать в учебное заведение, высшее, среднеспециальное, пожелать, конечно же, вам успехов. Наверное, у каждого из вас, наверное, есть своя цель, каждый к ней стремится. Я хочу сказать, поделиться на нас личным опытом. Надо просто ставить перед собой цель, и она однозначно сбудется. Как бы тяжело к ней не было идти, но надо ползти, идти, тянуться, и у вас все получится, ребята. Я хочу, чтобы вы, как сегодня растете истинными патриотами своей страны, нашего Рогачевского района, чтобы вы такими и остались. Вы получите образование. Я хочу, чтобы каждый из вас, куда бы вас ни закинула судьба, все-таки вернулись на Рогачевский район. Но если сложится судьба, что вы выберете другой город, но чтобы все-таки вы не забывали о Рогачевском районе и о той малой родине, где вы родились. Вас здесь помнят, вас здесь ценят. Так что вам успехов. Отдельное слово благодарности хотел бы выразить, наверное, учительскому составу.